Холодная вода, Жорж? Да, да. Супер. Ну, жалко, что снег нет. Мы приехали за снега, но... Ну, что сделать? Ну, сказали, что будет. Ха-ха, я не верю. Все. Все, начинаем. Это в сторону. Вот мои домашние курочки, друзья. О, вы видели, как я они. По 200 каждый. Опля, едем. А желудку надо снимать, ты знаешь? Желудка, это вкус, нет, и на. Карачик? Ой, желудок. Не, это не желудок, а вообще-то не знаю, как называется. Вот так и снимается. Ох, Аня, домашняя курочка по-другому выглядит, понимаешь? Ну? Все, промываем хорошо и все. Да, наливай еще чуть-чуть. Все, хватит, хватит. Все, друзья Джан, теперь могу поздороваться с вами. Мы на природе сегодня. Мы думали, что будет дождь, но снег, ну, нету. Погода изменился. Погоду нельзя верить. Так, теперь приготовим овощи. Из овощей у нас помидор, паприка, картошка и все, и лук. Дорогой, будешь пить вино? 50 грамм, согреться нужен. Все, на. Все, добро пожаловать на природу. Добро пожаловать. Все, это на природу так и надо готовить, и все. По-другому никак. Картошку только промываем. Все, на две части. Все, полистала. Первый очередь. Много лука сюда. И пошло мясо, да, сразу. Ох, какой аппетит на природе у нас, а, друг мой. Все вообще обалденно. Домашняя курочка. Все, все. Где? Вот. Картошки сюда. Тут красный паприка и черный вместе. Все. Тут у нас идет уже базилик сухой. Все, посолим. Снова пошло мясо. Это не понял. Желудка, почка, как называется? Не знаю. Желудок это другой вообще. Все, вот это кайф уже. Все, полный казан тушеный курочка будет домашняя. Тут еще раз базилик, свежий зелень попозже будет. Все,
Сейчас можно кофе пить, да? Да, уже кофе. Чай. Где кофе? Все, черный перец, красный перец. Давай газу хватим кофе. Посолить еще раз. Так, друзья мои, я заранее скажу. Можно пиво, можно воду. Ну, воду, мы добавим воду. Все, друзья, по бокам заправляем водички, где-то около литра. И все. Даже чуть меньше можно. О, будет. У нас овощи много, короче, там. Все, пошло. Крышка. Все, закрываем крышку. Холодно немножко тут. Ну, жалко, снега нет, друзья, Джан. Где, друг, ты хороший хлеб принес, кстати, молодец. Сырами. Сырком это вообще бомба, с мясом вообще бомба давай будет. Давай сюда, чтобы греться чуть-чуть. Нагревать хочешь? А? Ай, с коньяком это хорошо. А, сейчас коньяк у нас есть. Ну, подписать можно, да? Нет, и стаканы. Хорошо, давай. Хорошо. Я согласен. Ха-ха-ха, бомба будет. Так, друзья, я забыл, томатный сок у меня есть. Очень хороший, вкусный. Я сюда добавлю чуть-чуть, да? Ну, конечно, помидоры есть. Может, скажете, не стоит, но стоит для меня. Я хочу этого. Все. Все, закрываем снова. Что, друг, 50 давай. Грамм? Давай. 50 грамм армянский арарат? Арарат. Ну, все. Можно. Все, вино больше не будем. Давай. Все, на здоровье. За тех, кто смотрит нас. За тех, кто смотрит на нас, да, не за вас, конечно. Теперь кофе, давайте я кофе сделаю для вас. Давайте. Все. Пока то варится, кофе попьем. Это гата, армянский гата. Смотри, какой красавчик. Сейчас будем закусывать. Анджан, кипит уже, кипит, понимаешь? Открой. Тушеный курочка домашний будет. Ну, может и хашлама даже. Покормите, опла, красавчики наши. Такой красавчик. Дай хлебушка. Все. Шедевр готов. Все, полевые условия, ножами, доски не надо. Вот так прямо, вот так. Свежий зелень. Охо. Все, 5 минут, друзья, Джан, и все готово. Анджан, где сыр? Зойка, сыр давай сюда. Все, зелень где? Что, друзья, Джан, все, базар нету. Все, попробовать? Все, развалится. Бомба. Вот о чем я мечтаю. Вот это, вот это. Вот это два. Ох, мама Джан, да, точно. Такой красавчик получилось у нас. Все, удачно. Опля. Вот это самый вкусный, что есть уже тут. О, сок. Опля. А смотри, что я кушаю. Сердце. Я печень. Ты печень нашел? Это тоже бомба. Что? Хватит ковыряться там, они кушают, без меня уже все. О, бомба, вообще люкс получился. О, все, друзья, Джан, все, это вообще люкс получилось, да? Угу. На природе готовить такой шедевр, это все необъяснимо. Спасибо, друзья, Джан. Вам тоже приятного аппетита всегда, будьте здоровы, всего вам хорошего. Ставьте лайки, пожалуйста, пишите в комментариях и подпишитесь на мой канал. Спасибо вам большое всегда. Мир вам, вашему дому. Всего вам хорошего. Все, друзья, Джан, давай, заходите кушать.
Что, вкусно, брат? Да. Можно, да, уже? Конечно, начинайте. Попробовать. Начинайте. Это что, вода, что ли? Все, давай.